Сегодня пришла доставка черновых материалов из Леруа. Тут, как водители сказали, около 7 тонн. Ну и происходит, соответственно, их разгрузка. А я наблюдаю, собственно, за этим зрелищем. Хочу посмотреть, как все пройдет. Что у нас сейчас происходит в квартире? Завезли уже строительные материалы, которые доставка была. Потихоньку размещаем и на днях начнем выкладку, соответственно, стен и другие черновые работы. Сегодня, после того, как нам доставили материалы, мы встретились с нашим дизайнером, пришли, соответственно, на объект, обсуждали различные моменты. Дизайнер пообщался со строителем. Кроме того, также сегодня приходили ребята из управляющей, обсудили вопросы по инженерии, технической части, как, что лучше, как. Также дизайнером были осуществлены перезамеры, резюмировали моменты, проговорили и определили дальнейший вектор. Надеюсь, через неделю мы увидим уже наши